Пока город спит, они на рабочем посту. На улице Авроры работает тяжелая техника. Катки, асфальтоукладчик и несколько погрузчиков. Перед началом ремонта очищенный участок дороги покрывают битумной эмульсией. Только после этого, как на клей, начинают укладывать асфальт. Сначала укладывают выравнивающий слой крупнозернистой смеси толщиной 6 сантиметров. Все этапы ремонта контролируют специалисты муниципального учреждения «Дорожное хозяйство». Когда основание будет уложено, выезжает дорожная лаборатория, берется испытание, то есть керность асфальтобетонного покрытия проходит испытание. Если все соответствует нормам, разрешается укладка верхнего слоя. Если все показатели проб будут в норме, приступит к завершающему верхнему слою, толщина которого должна составлять 5 сантиметров. Гарантия 5 лет. Если появятся изъяны, подрядчик будет устранять их за свой счет. На участке от Московского шоссе до аэродромной меняют не только дорожное покрытие. Здесь идет комплексный ремонт. В рамках комплексного ремонта предусмотрена замена всех светофорных узлов на нового образца, который у нас светодиодный. Соответственно, пешеходные ограждения все. Параллельно производятся работы по монтажу смотровых колодцев и дождеприемных колодцев. Полностью завершить ремонт этого участка планируют до начала сентября. Всего в этом году комплексный ремонт и ремонт большими картами пройдет на 73 городских дорогах. Приведут в порядок и больше 60 объектов внутриквартальных территорий. Половина запланированных работ уже выполнена. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».